Перейдем к региональным новостям. Более 450 восточно-казахстанцев прошли обучение финансовой грамотности. Участниками проекта «Карыссыз Коғам», который был инициирован партией «Аманат», рассказали, как эффективно управлять финансами, оптимизировать свои расходы и выбраться из долговой ямы. Проблема закредитованности населения – одна из наиболее острых на сегодняшний день. В своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения финансовой грамотности граждан и поручил партии «Аманат» совместно с правительством масштабировать проект «Карыссыз Коғам». Он стартовал в Казахстане в мае прошлого года в нескольких регионах, а с этого года и в Восточном Казахстане. В первом потоке обучения уже завершили 456 человек. Спикер был Ермек Маратович. На прошлой неделе мы проходили курсы. Они достаточно полезные, обширные. Информация вся была доступная от и до. Рассказал Ермек Маратович о финансовом планировании, то есть о грантах, которые предоставляются. Гранты, кредиты под аул Аманата. То есть разные, все было доступно, очень понравилось. Хотелось бы тоже, как сказать, призвать нашу молодежь участвовать в таких мероприятиях, программах, потому что то есть без каких-то таких знаний в жизни сейчас очень сложно. Обучение финансовой грамотности проводится на бесплатной основе. Принять участие в проекте могут все желающие. В восточно-казахстанском филиале партии «Аманат» прошло торжественное вручение сертификатов участникам, окончившим обучение. Данный проект у нас в области начат с 5 февраля текущего года в четырех районах и городах. Это город Риддер, город Усть-Каменогорск, Шимнайхинский, Глубокский районы. Здесь население получило не только обучение по финансовой грамотности, по правильному распределению семейного бюджета. Здесь они получили юридическую помощь. Вместе с нами поработали в течение трех недель. Это банки второго уровня, это Народный банк, потом Отбасы банк. Также работали юристы, они дали дополнительно юридическую консультацию. Юристы изучают кредитную историю каждого заемщика и дают практические советы, как облегчить долговую нагрузку. Участники проекта могут получить консультацию по самому широкому спектру волнующих их вопросов. Вопросы, под ним, которые люди поднимают, разные на самом деле, начиная от пересмотра графика, пересмотра суммы платежа, до банкротства, до реструктуризации займа и так далее. То есть у людей разные на самом деле проблемы, все это решается индивидуально. По формату обучения у нас с утра до обеда предполагается обучение само. После обеда у нас предусмотрены консультации, на которых мы индивидуально решаем вопросы, которые есть у людей. До конца года финансовой грамотности планируется обучить 6500 жителей Восточного Казахстана. Записаться на обучение можно на сайте kogamfin.kz или в филиалах партии «Аманат» по месту жительства. Алексей Сафонов, Салтанат Кенесбек, КЗ, Асхат Урдыбаев, Алтай Акпарат.